В России вступили в силу сразу несколько законов. Так, с 1 августа у работающих пенсионеров повысятся выплаты. Максимальная прибавка составит 235 рублей. Радостная новость и для предпринимателей. Теперь они смогут покупать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Федерального фонда социального страхования. Изменения коснутся и иностранных граждан. С 1 августа вступает в силу закон, согласно которому они смогут въезжать на территорию России по электронной визе. Это будет возможно лишь в случае, когда зарубежные туристы прибывают через свободный порт Владивосток. Оформить электронную визу нужно минимум за 4 дня до поездки в Россию. Заявление следует подавать на сайте Российского министерства иностранных дел вместе с цифровой фотографией. Срок действия такой визы 30 дней. Причем без консульного сбора. Кроме того, с 1 августа расписание пригородных поездов и поездов дальнего следования теперь будет указываться по местному времени. То есть на железнодорожных билетах будет обозначено только время, соответствующее часовому поясу отправления пассажира.